Крайон. Открытие многих истин. Самое важное, что вас ждет, открытие многих истин, которых вы не знали. Я говорил это раньше, когда это только началось, правительства некоторых стран будут вынуждены уйти в отставку в результате того, что будет обнародовано. Будут открываться секреты, станут видимы дисфункции, которые существовали постоянно, и это будет раскрываться и раскрываться. Вот что будет дальше. Вот какие вас ждут перемены. Вам придется принимать решения, и время для этих решений пришло. Крайон. И вновь уделите время прямо сейчас. Подарите энергию, сострадание, любовь всем и каждому, кто в страхе, опасности, кто нуждается в этом. Ли Кэрролл. Я хочу начать это совсем небольшое приветствие, короткое приветствие, с просьбы к вам. Пожалуйста, те тысячи людей, которые будут смотреть это прямо сейчас, остановитесь и выразите сознательное намерение сострадания тем на этой планете прямо сейчас, тем, кто больше всех нуждается в этом. Тем, кто в страхе, тем, кто потерял близких, тем, кто оказался в ситуации, которая происходит на планете прямо сейчас. Знайте, Крайон даже говорил об этих временах. Видите ли, должно было настать время, когда-то был потенциал этого. Когда у вас должна была начаться война, и никто бы не пришел на помощь. Что он подразумевал под этим? Ну, это метафора. Итак, это происходит впервые, когда происходит нечто подобное, и мир реагирует таким образом, который вы видите. Этого никогда не происходило таким образом прежде. Что если наше сознание на планете на самом деле немного выше, нежели было 40-50 лет назад? Это то, что Крайон говорил. Ожидайте того, что мир реагирует на то, на что обычно не реагировал. И вы знаете, что я подразумеваю, особенно если вы изучали историю. Это происходит так, как говорил Крайон. Как будет происходить? Таким образом, давайте посмотрим, что происходит. Что мир наступит гораздо быстрее, чем предсказывают люди. Это зависит от нас. Итак, сострадательное действие. Это зависит от нас, и мы можем это. Ли Кэрролл.